мы не можем говорить одновременно, поэтому, наверное, я двоих тренеров, судей, поблагодарить Федерацию за то, что нам дали возможность прочитать лекцию сразу вдвоем. Сразу говорю, никогда не делайте это, это очень сложно, потому что договориться со своим коллегой по танцевальному спорту очень тяжело. Вот, хотя мы знаем друг друга много лет. Вот. И работаем много в зале. С одинаковыми парами, с одними и теми же. Вот. Мы эту лекцию, наверное, уже вынесли за где-то на 15, наверное, вместе совместной работы. И хотели бы сегодня поделиться вам своим, ну, не сколько опытом именно преподавания, а именно судейским взглядом на две программы. Мне приходится судить латиноамериканскую программу, но специалист я больше в европейской программе. Сергей Сергеевич, он специалист больше в латиноамериканской программе, ему приходится судить европейскую программу. Мы должны найти для себя эти точки соприкосновения, которые помогут нам лучше судить две программы. Не, даже, может быть, не сколько, как это делается, а мы должны увидеть, что мы должны оценивать. Поэтому наша лекция начнется с танца, и мы приглашаем наших ассистентов. Спасибо. Они заполняют пространство. Что делает человек, что делает танцор, когда он использует перемещение пространства? Он использует свой шаг. Он двигается, он использует шаги. Именно, наверное, в этот момент, когда мы делаем шаги, у нас идет работа ног. И здесь, в латиноамериканской программе, в европейской программе, у нас наибольшее количество точек соприкосновения. Мы должны видеть, как грамотно работают наши ноги, как они заполняют, как мы используем свои стопы, как мы используем форму стопы, как мы используем движение стопы, как мы используем опорную ногу, как используем мы движущую ногу. И в данный момент мы рассмотрим именно танцевальные действия, мы будем сегодня много смотреть танцы. Вот, мы рассмотрим это на базике сначала в европейской программе, а потом в латиноамериканской. Пожалуйста, две пары базик вальса. Yeah.
Румба. Я хочу поговорить, что для нас. Для нас шаг, в первую очередь, это наступание. Мы не говорим сейчас о полном переносе веса или еще что-то. Да? Я бы хотел, чтобы вы четко понимали, что это просто наступание. Ребята, просто наступание. Да. Мы можем разложить фазу шага на несколько составляющих, но для нас самое важное – это момент старта, момент использования пола. То есть, если мы хотим грамотно создавать следующий шаг, мы должны именно уметь грамотно стартовать, а не как часто уже в финальной стадии это отталкивает. Я попрошу ребят сейчас показать именно ощущение, как они делают первую фазу старта. Пожалуйста, на другую трибуну покажите. Мы сегодня принципиально с Евгением Петровичем договорились не показывать неправильно. Это против наших. Против. Поэтому мы пытаемся говорить только о правильности. С точки зрения того, что они начинают грамотно использовать пол именно в момент старта, они могут с помощью этого создавать определенные формы. Да, мне бы хотелось, чтобы сейчас ребята показали уже с помощью принципиальной фазы старта показать изменение формы в теле. Форма у нас относится к диагонали, которую пара пытается с помощью своей опоры вниз фазы старта тоже создавать в корпусе, смещение, которое пара делает в корпусе. Именно это как раз сейчас наблюдаете. Пара использует свои опорные ноги, движение своей ноги, но она пытается через свои ноги проделывать ту работу, которая должна быть вместе с формами тела. Заметьте, пожалуйста, они действуют, делают для начала шага, а не для конца шага. Просто большинство танцоров, да, которых мы сейчас видим, Паш, можно тебя все пять раз попросить неправильно показать, что действие это как конец шага, показать разницу. И тогда еще раз правильно обязательно. Два спортсмена. Спасибо большое. Эту форму и движение, спасибо вам, да. Мы сейчас обязательно посмотрим, как это работает в парах. Вот. И мы возьмем
бейсбол хореографию. Давайте попробуем на бейсбол. Давайте на бейсбол хореографию попробуем показать, как работает движение ног. Принцип, да, начало старта движения, использование движущей на лице, формы лица, какой-то определенный уже формы, которые показывали по это и диагонали, и смещение. Две пары европейской программы, пожалуйста, basic lights. Что мы должны наблюдать, когда используем центр тяжести? Пары, особенно, допустим, мы рассмотрим европейскую программу. У нас вся европейская программа рассчитана, кроме танго, но и там тоже это сегодня используется, на использование центра тяжести. У нас весь, в принципе, характер европейской программы рассчитан на свинг. Соответственно, майк. Мы должны видеть, как пара грамотно использует смещение своего центра тяжести, как она использует грамотное ускорение своего центра тяжести и как следствие правильной организации своих наклонов. Да, у нас есть еще другие развития, но мы сейчас говорим конкретно о именно этих действиях. Если мы рассмотрим латиноамериканскую программу, то, как пример румба, без использования смещения центра тяжести невозможно создавать такую плотность шага и создавать такое заполненное движение. Если мы возьмем пассатобы, особенно сложные хореографии, то без использования центра тяжести у нас вообще нет шансов танцевать хореографию. Мы бы не хотели видеть искусственное движение тела, мы бы хотели видеть, что пара грамотно использует свой центр тяжести. И сразу мы это рассмотрим на сложных хореографиях. Мы вам покажем сейчас, в данный момент, без специальных эффектов, они вам именно покажут использование своего центра тяжести. Поэтому приглашаем сначала Глеб танцует на вальс. Thank you.
Здесь было видно наглядно, как ребята используют свою центральную часть для заполнения движения. Олег, твой вариант. Мне бы хотелось, чтобы еще центр тяжести они использовали для динамических смен. Мы попробуем сами показать. Сейчас без каких-то сильных смен, чтобы было видно именно центр тяжести, который вас ведет. Старайтесь в данный момент, когда вы смотрите на пары, находить общие для себя какие-то точки соприкосновения в этих аспектах. Да, вы смотрите, мы постоянно меняем стандарт латина. Немножко пытайтесь одновременно менять свой фокус, но смотреть в одну идею, но в разные программы. Спасибо, Боже, ваше. Пожалуйста, сам Бог. Покупаемся именно косметическими эффектами. Мы немножко они делают так и пишут. Мы не обращаем на основные действия. Как они используют ноги, как они используют свой центр тяжести, как они создают эту динамику, и мы смотрим косметические эффекты. И пары с удовольствием нам это показывают, потому что мы это судим. Мы сами выбираем путь, по которому мы их судим, и они начинают использовать то, что самое ценное. Надо уметь отключиться от какого-то эффекта и увидеть основное идею танца. Но мы не можем не показать, как правильно использовать их косметические действия. Пары танцуют использование правильного использования своих ног, правильно использование центра тяжести и добавим обязательно сюда эти эффекты. У нас покажут свои хореографии, те же самые танцы, пожалуйста, в той же самой последовательности. Под этой же самой мелодией, вот Евгений, уже со спецэффектами, так назовем, с косметическими действиями. И Глеб и Светлана, ваш, пожалуйста, вариант. Это будет вальс.
Глеб, мне больше понравилось, чем на той лестнице, вообще за слово. Это мое мнение. Сам так. Влад, Алина, я хочу попросить вас изменить динамику. Именно эти аспекты, чтобы на них сейчас в данный момент обратили внимание. И первый эффект взаимодействия, который у нас происходит, это механический и физический. Механическому, это вот у нас здесь Сергей все время расходится, да, как бы мы с ним спорим, но мне нравится, что я как бы говорю о механическом, он говорит, что это физически. Ну, видите, он физически сложен намного сильнее, чем я, поэтому я с ним обычно не спорю, я просто соглашаюсь. Вот, поэтому подальше отошел. Механика. Механика чего хотелось бы, чтобы совпадало? Во-первых, это смешно, но танцор должны знать мальчики и девочки свои хореографии. Они должны уметь их танцевать по одному. Они должны знать свою хореографию, знать свои ритмы, знать свои дизайны, знать свои вращения, знать свои смещения. И это должна делать спортсменка. Особенно я уделяю этому внимание, иногда меня за это не очень налюбливают. Может быть, у меня, говорит, плохой опыт женщины был. Вот. Но особенно этому я уделяю внимание, и именно это я бы хотел видеть. Ну, наверное, в сегодняшний день я, конечно... Давайте сразу посмотрим, что наверное, на сегодняшний день я, конечно, все. Я много видел очень хороших партнерш, но у меня есть тоже очень одна хорошая партнерша, она моя жена. Она как раз пытается воплощать мои идеи, которые я хотел видеть именно на конкурсном танцевании. Вот. Извините, небольшая рекомендация, да? Ничего страшного. Вот. Мы посмотрим сразу на хореографии у спортсменов в параллельном исполнении, и вы будете видеть, что два спортсмена выполняют одни и те же поставленные задачи для хореографии. Посмотрим сначала, как считает Евгений.
механическое взаимодействие, они расстояние будут, соответственно, физическое, как Сергей Сергеевич, это как они станцуют вместе. Сначала они станцуют под музыку, по отдельности, потом в паре. Глеб у нас с Светой танцует вальс. Пожалуйста. Thank you.
Как вы обратили, механическое взаимодействие, понятное дело, ребята классно могут существовать параллельно по одному, зная свою механику, зная свои шаги. Но физическое взаимодействие в паре, оно намного интереснее, мы его сразу видим. Часто мы видим механическое взаимодействие, правильно разученное шагов, правильно разученное дизайна, но внутри пары ничего не присутствует. Вы должны это видеть и должны это оценить. Механика – одна оценка. Физическое взаимодействие – это уже другая оценка и, наверное, все-таки другой уровень танцевания. У нас остался один интересный аспект, в котором 100% мы тоже можем увидеть 10 танцев. Это энергия. Она может быть разной. Она может быть разная, как и в 5 танцах, показывая различное состояние энергетическое танца. Также она может быть разная в фигурах. На примере европейской программы мы вам покажем, как пары, используя один танец, но используют разную энергетику фигур, соответственно, разную энергетику внутри самой пары. Глеб со Светой нам покажут фокстрот, сначала без музыки. Я попробую чуть-чуть голосом помочь увидеть это состояние. Надеюсь, я буду успевать говорить. Если не успевать, не обижайтесь, пожалуйста. Мы видим уже определенный тонус пары, который есть внутри. Лайтовое действие. Soft энергия. Набор ускорения энергетики. Soft энергия. Смена быстрой энергетики. Опять ускорение. И переходим в мягкое софтовое действие внутри энергии пары. Снова и расход спокойный. И снова заполнение через софт энергии. Посмотрим, как это будет выглядеть под музыку. Фокстрот. Сильная энергетика внутри пары. Мягкая энергетика. Быстрая энергетика. Набор энергии, ускорение. Снова софт. Сильная энергетика. Набор энергии, скорость. Опять ускорение. Энергия набирается. Энергия. Софт. Опять сильная энергетика внутри пары, софт. И опять сильная, и софт. Да. Пожалуйста, под музыку.
станции разные. Мы нашли сегодня общие точки соприкосновения по механике, энергетике. Да, но мы хотим в заключение сказать, что мы хотим на турнире видеть 10 разных станций. Да, мы оцениваем. У нас есть критерии, по которым мы оцениваем, но мы должны видеть разные станции. Мы вас не призываем, чтобы 10 танцев были одинаковыми. Вы должны найти все 10 танцев по какому-то шаблону. Нет, есть определенные критерии использования этих критериев пары. Понятное дело, что все зависит от опыта пары. Есть опытные пары, есть менее опытные пары. Для этого у них есть классы, для этого у них есть возраста. Вот. И так как время нас поджимает, мы в заключении нашей лекции, хотим еще обратить на один аспект. Он самый простой. Я смотрел и был на всех блогах, да, и я видел оценки судей, и я видел, что делают пары на паркете. Пара должна выполнять все, что мы сейчас перечислили. Использование движения, правильной работы ног. Она должна использовать свой центр тяжести. Она должна использовать свои эти сложные хореографии, свои косметические идеи, своими дизайнами, энергетическим заполнением. И пары это должны выполнять минуту 45. Я видел, когда пары стоят на паркете, и судьи ставят высокие оценки. По мне это неправильно, потому что пара должна, если она претендует на первое место, она должна танцевать минуту 45. Именно эти критерии. Она не должна нам показать первые 30 секунд, а потом говорит, ну ладно, ты себя молодец. Мы оцениваем целый танец, или целый промежуток, маленький аспект какой-то. 15 секунд я сделал свое мнение, нормально, мне это понравилось, я поставил первое место. А потом она под 15 и 40 секунд в конце просто стоит. А мы ставим все еще первое место. У нас на компьютере стоит первое место. И мне лень менять свою оценку, я уже вывод сделал на чертаться. Я быстро уже все пары посмотрел, они в полуфинале, видел их четверть, я здесь сделал выводы. И вот я смотрю финал. В финале наше мнение может измениться по отношению к паре, потому что она должна танцевать 5 танцев, минуту 45, выполняя все наши требования для танца. Поэтому мы покажем вам минуту 45 исполнения двух танцоров европейской программы, минуту 45 исполнения латиноамериканской, наша лекция будет закончена. С выхода до ухода на паркет. В конце, конечно же, немного танцев. С эмоциями, конкурсное танцевание. Every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Я бы хотел пригласить Сергея Сергеевича, чтобы тоже пригласить наших ассистентов. Мы сделаем вам, пожалуйста, ребята, быстрее выходим на концерт. Все люди хотят уже с нами попрощаться. Выходим, пожалуйста, все сюда, Сергей Сергеевич. Я вас поздравляю с замечательной лекцией. Я поздравляю себя. Вот. Давайте сделаем поклон. Мы им поблагодарим, что люди все тут остались в нашей лекции. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. У нас есть вторая трибуна. Обычно она менее заполнена. А тут она прощает шлагом. Огромное вам спасибо. Коллеги, давайте мои бомбами аплодисменты поблагодарим Евгения Петровича и Сергея Сергеевича.